Зачем остался здесь? Встаешь рано, работаешь в поле, в дождь и в зной. Знаешь, бывает и хуже. Отец хороший человек. Я не он. Хватит переживать. Я видел, что лежит за шкафом. Я совершал то, о чем сожалею. Поеду поищу всадника. Он живой? Пока жив. Что там случилось? Была перестрелка? Оставайся здесь и следи за ним. Кто ты такой? Папа нашел тебя. Так позови его. Где сумка и пистолет? Я не знаю, о чем вы говорите. Ты не понимаешь, во что ввязываешься. Забавно, я хотел сказать то же самое. Садись. Должно быть трое. Я шериф Санкетчем. Мы разыскиваем сбежавшего преступника. Опасного. Они не копы, а грабители банков. Твоя фамилия Маккарти? Верно. А имя? Генри. Не знаю, почему тебя не застрелили. Мне в голову пришла идея. Старый Генри не так прост, как кажется. Этот жалкий старый фермер? Он держит свой пистолет, как не держал еще ни один фермер. Слушай меня. То, что случится, очень быстро закончится. Ты что-то слишком смел для фермера. Ты не представляешь, кого ты сейчас пытаешься разбудить. Считай, что я предупрежден. Где твоя родина? В любом уголке земли, кроме этого. Кто же ты, пап? Старый Генри. Скоро в кино.